Наши цели и практические действия, проникнутые заботой об укреплении мира, о благе человека труда, как ничто другое говорят о высоком гуманизме политики коммунистической партии Советского Союза. После того, как Косыгин возглавил Совет Министров, на него легла новая обязанность – представлять страну за рубежом. Занимаясь международными делами, Алексей Николаевич быстро входил в курс дела, вел успешные переговоры, умел находить убедительные аргументы. Ваша борьба встречает самые горячие отклики и чувства солидарности у советских людей. Первой дипломатической победой Косыгина стало примирение двух враждующих государств – Индии и Пакистана. Благодаря вмешательству Алексея Николаевича в январе 1966 года лидеры этих стран подписали декларацию о прекращении огня. Впоследствии Косыгин неоднократно выступал на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, обсуждал вопросы ядерного разоружения с американским президентом Линдоном Джонсоном. Встречался с премьер-министром Канады Пьером Элиотом Трюдо, французским президентом Шарлем де Голлем, бывал на приеме у британской королевы Елизаветы II. Крупнейшие западные политики видели в Косыгине достойного партнера. За границей Алексей Николаевич проявлял живой интерес ко всему, что видел. С любопытством пробовал непривычную еду и обязательно выходил из машины, чтобы пройтись по городу, в котором ему довелось оказаться, будь это Нью-Йорк, Париж или Египетская Александрия. Косыгин непременно хотел подробно осмотреть дома и витрины, в прямом смысле слова потрогать все своими руками. Однажды это привело к неприятному инциденту. Когда Алексей Николаевич прогуливался по Оттаве, канадской столице, он едва не стал жертвой покушения со стороны венгерского иммигранта, который выступал против советской политики в Восточной Европе. Из толпы вынырнул человек в черном, бросился на Косыгина и попытался повалить его на землю. Охранники немедленно отреагировали и оттащили советского премьера к автомобилю. А тот, осмотрев свой пиджак, только покачал головой. Надо же, убийца оторвал. Первым из советских лидеров Косыгин начал брать заграничные поездки супругу. Интеллигентная, владеющая двумя иностранными языками, она производила неизменный фурор. Но вскоре о зарубежных